Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, забираем с тобой наградочки здесь, которые успели уже выполнить. Так, используем ускорение, все это понятно. Так, теперь, наверное, заберем еду. Где у нас хавчик? Так, секундочку. Потерял, где у нас еда делается. Эй! А, она еще не доделалась. Так, надо вот так все равно сделать. Что у нас тут? Войти. Эволюция произошла. Ну-ка, смотрим. Да ладно, сразу же. Вот это хорошо. Так, поместить, прокачать. И успокоиться пока. Забираем здесь. И тут. Так, у нас еще же здесь какая-то эволюция должна быть. Так, это велоцираптор второй модификации, насколько я помню. Мы его не трогаем. Так, а вот здесь у нас капразух. Угу. Не получилась эволюция, к сожалению, пока. Но мы продолжаем пыхтеть. Пускай они тут копошатся. Так, а у нас с тобой освободилась ячейка. Надо ее срочно забить. Надо ее срочно забить, а вот кем? Блин, может быть, нам с тобой вывести еще диплотаторов, а? Вот что ты скажешь по этому поводу? Сколько он стоит? 4000, блин. Дорого. Неужели, ну, дагозавр получается круче, а? Ну-ка, давай проверим. Ну да, ты посмотри, на 40 уровне-то офигеть, насколько он круче. Ну и цена у него 4600. Сделать или не сделать? Сделать или не сделать? Вот в чем вопрос. Мне, если честно, хочется, конечно, сделать. Но у нас есть еще, например, вот этот, который тоже бы не против прокачаться. И анкилодок. Анкилодок, как мы знаем. Ух, 10900. Дорого очень стоит. Мне и хочется, ребята, и жалко, понимаешь? Жалко столько ДНК отдавать. Ну что, давай, наверное, мы посмотрим, какие у нас сегодня будут задания. Схватки. Так, переходим и смотрим. Тут у нас без ограничений, плюс суперредкие, также победить противников и опять же схватка чемпионов. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем вот это вот. Без ограничений. Твою ж дивизию. Ты посмотри, кого не дают. Так. Литронакс. Дальше. Велоцираптор мод 2. И метапозавр. Ох, была не была. Давай, поехали, беру диплотатора. Да, наверное, здесь одного диплотатора и будет достаточно. Но мы сделаем немножко по-другому. Возьмем нондогазавра. Дальше. Дальше я, наверное, возьму диплотатора вот этого вот. Лучше даже не так, а сделаем диплотатор, нондогазавр. И, блин, трапегоптер. Да? Против, наверное, этого. Или кого возьмем? Или все-таки Эдиуморфодона? Ладно, возьмем Эдиуморфодона. Фиг с ним. Была, не была. Хотя лучше бы надо было взять, конечно, мне. Ладно, посмотрим, что у нас тут произойдет. Я думаю, что стоит, наверное, сделать одну атаку. По крайней мере, 400 урона нанесем. Дальше будем смотреть, что он тут предпримет. Если он будет меняться, то мы тоже потом поменяемся. Нет, он атакует. Чё? Вырубил, да? Вырубил, друзья мои. Причем так легко и просто. Тогда мы его вырубаем. Оу-оу-оу. Какой вырубаем? Зачем я взял... Блин, зачем я взял эти бонусы? Вот скажи мне на милости. Хотя, с другой стороны... Если мы с тобой вот так вот поменяемся и сделаем раз, два, три плюс бонус. Так, хватит нам этого? Навряд ли. Навряд ли, конечно же. Ну и что ты сделаешь? Меняет, ребята, меняет динозавра, опять же. И две атаки, да? Хм. Удивительно, он ничего не стал делать. Слушай, он мне не дает ничего предпринять. Давай-ка я вот так попробую. Ух ты!
ты гляди-ка. Неужели все будет сливать? Да, ребята, он все сливает, прикинь. Тем самым он уничтожает мне нундагозавра. Вот это поворот, ребята. Так, ладно, вырубаем, короче, таким вот образом. Поехали. Так, Велосираптор мод 2. Сколько у него, интересно, атаки, а? 308. Терпимо. Терпимо. Мне интересно знать, что он сейчас будет. Ага. Вот так вот он, значит, сделал. Ну что? Раз, два, три. Раз, два. И вот так. Минус. Сколько он на него набрал очков, а? О, все, ребят. Если он сейчас все будет сливать, нам крышка. И он так и делает. Он так и делает. Да, тут я, конечно, немножко погорячился. Надо было брать все-таки Диплотатора самого последнего. Этот не потянул. Слишком слабенький оказался. Ну ладно, я пошел еще, ребята, в атаку. Беру теперь на этот раз Диплотатора нормального. Против Метапозавра мы возьмем, наверное, Птеродактиля. И, наверное, здесь не помешает Таниколагриус. Или же... Понимаешь, я не знаю, кто там будет у него на второй битве. Я сейчас наберу всех этих легендарок. А смысл? Можно взять Тропиогоптера на всякий случай. Давай я вот так, наверное, сделаю. И... Да блин, это бред. Это бред получается. Все, вот так вот. Я решил, что вот такой вот командой мы пойдем. Зря я, конечно, Пеликанептерикса отдаю под раздачу, на самом-то деле. Очень зря, но ничего не поделаешь. С таким успехом можно было бы взять вообще кого-нибудь другого, левого, да, согласись. Ладно. Сейчас мы посмотрим, что он тут будет делать. Сливает одну атаку всего слил. Так, одну атаку. Значит, у него получается две в запасе. Две в запасе. Раз, два, три, четыре. И бонус. По идее, сейчас мы должны его вырубить. Окей. Появляется Велосираптор. И, естественно, он сейчас очканет и будет меняться. Меняет. Соответственно, у него становится всего 2 очка действий. Атаковать, как ты видишь, он не стал. А вот я, пожалуй-ка... Вот я, пожалуй-ка, буду атаковать. Хотя даже нет. Я сделаю немножко по-другому. Блин, ему одну атаку надо будет. Короче, поехали. Все-таки я буду бомбить. Ух! И вырубаю. Ну, тогда все. Велоцираптор мод 2 нам здесь ничего не сделает. Ну, как бы он уничтожит мне, конечно, Пеликанептерикса. Но мы с тобой потом уничтожим его с помощью Диплотатора. Вот и все. Он одну атаку потратил, да? Я сомневаюсь, что он взял 3 на защиту. Хотя, кто его знает. Ты смотри-ка. Ну, в любом случае, здесь он уже ничего не делает. 5. У меня почти 1700 хп. Не, ему никак тут не выкрутится. Так что расписываем по полной программе. И победа будет за нами. Жалко, конечно, что мы с тобой первую битву проиграли. Вот где обида-то гложет. Потеряли нундагозавра там. Как говорится, ни за что. Ну что, продолжаем тогда нашу битву. Так, смотрим, кто здесь. Тираннозавр, Шунозавр и Тиродавстра. Ну, против Тираннозавра... Ага. Ага, мне и поставить этого. У меня нету рептилий.
Ладно, пойдет, наверное, раджазавр. Блин, нет, раджазавр здесь не потянет. Блин, что, сколько он стоит по откатам? 125, ёк-макарёк. Чё ж так дорого-то, а? Может быть, нондогазавра взять? Сколько ты? Давай вот так, наверное, с собой возьмем нондогазавра. Против шунозавра мы возьмем Таникалагриуса. А вот против птеродаустра, наверное, пойдет уверхозавр. И не дай боже нам слиться здесь. Не дай боже. Так, ходим первые мы, поэтому я сразу же, наверное, делаю. Блин, я надеюсь, он не будет брать вот этого вот птеродаустра. Не хотелось бы получить по полной этой программе. Твою налево, ну ты посмотри, а. Ну давай, я возьму этого. И, кстати, можно его сразу бомбануть. Ну, уничтожить. Чтобы он тут не мешался. Окей. Так, выходит шунозавр, но он 100%, наверное, будет сейчас менять на тираннозавра. Будешь же делать, да, так? Нет. Он решил вот так вот все слить и, соответственно, погибнуть от моего. Блин. От моего Таникалагриуса. Так, сейчас посмотрим, сколько Тирекс будет бомбить. 612, ему нужно слить две атаки, друзья. Останется у него одно очко действий. А мы с тобой получаем 4, да? При атаке 414. По-моему, ему крышка. Так точно, ребята. Даже если защиту он возьмет одну, а он ее не взял, все равно ему крышка. Ну вот. Почему это событие я хочу пройти? Потому что там 1000 очков доверия дается. А нам как раз не хватает. Ну там чуть-чуть, конечно, меньше, чем 1000, но все-таки. И я хочу это событие пройти. Ну что, давай смотреть последнее столкновение. Унейзавр, тираннозавр и стегоцератопс. Вот такой вот. Ух. Ну что же я могу тебе сказать. Тут очень хорошо пойдет Таникалагриус, это факт. С этим ничего не поделаешь. Против вот тираннозавра мод 2, я не знаю, ребята, что нам здесь лучше взять. Естественно, подошел бы, конечно, бы диплотатор. Ну, блин, столько денег отдавать. Но он мощный, ты посмотри, сколько у него атаки. 500, наверное, придется все-таки взять. Ну, фиг с ним, с этими долларами, ребята. Зато получим 1000 очков доверия и купим с вами золотой пак. А против стегоцератопса мы можем взять... Можно взять вот и раджастегу, в принципе, да? Да? А чем, ну? Мешает... Что нам мешает взять раджастегу? Да ничего. Поехали, ребята. Так, ну что, ух, сразу атакую, не давая шанса вообще врагу что-то там предпринять. Вот сейчас он будет, наверное, менять. Возьмет тираннозавра. Ты гляди-ка. Отчаянный парень, однако. Хорошо, размажем этого ханорика. А вот сейчас, сколько там у тебя? 588 к атаке. Очень-очень жесткий мужик под названием Тираннозавр Мо-2. Конечно же, ушатывает, конечно же, ребят. Ну а дальше мы, наверное, ушатываем его, судя по всему. Конечно. Конечно же, ушатываем. У него шансов просто нету. Бабах. Ну и посмотрим, что у нас стегоцератопс сделает. 480 к атаке, ему нужно слить все. И раджастега его просто в порошок сотрет, ты понимаешь? Вот и все. 708 к атаке. Конечно же, сотрет в порошок, ребят, даже не поморщится. На-ка. Замечательно, да? Не зря мы с тобой приобрели раджастегу. Кстати, надо будет его прокачать. Вот, точно. Нам нужно с тобой вывести еще одного раджастегу и прокачать. Так, сколько мне дадут? Блин, вылетает. Ну что, друзья мои, 650 очков доверия я получил. И это очень прекрасно. Потому что... Так, ну, во-первых, заберем здесь награду. Ускорение. Так, где у нас там...
паки наши дорогие. Вот они, чистое золото. Поехали. Фух. Скрестим пальцы. Дай хорошую карту, пожалуйста. Дай хорошую карту. Ух ты, я вижу сразу, по-моему, у меня такого нету. Хотя, короче, 400 ДНК. Хавчик, хавчик. И гигантский артакон. Ё-моё. Это, ребята, у нас водоплавающий. Плюс 650 очков доверий. Так, можно мне теперь, знаешь, что сделать? Зайти вот сюда и попробовать вывести. Так, все существа, естественно, это у нас... Нет, 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 какие амфибии? Это не амфибии, это у нас водоплавающие. Все существа. Так, водоплавающие. Вот это, ребята. Ух. Очень часто начинает у меня вылетать игра. Короче, выводим. Слушай, а он будет выводиться всего 5 часов. Ну, 6 часов, грубо говоря. Не так уж и много. Я думал, будет там 5 дней. Ну что, идем дальше в схватке и смотрим, что у нас тут еще доступно. Так, супер редкие. Поехали. Сыграем теперь здесь. Так, стегозавр, спинозавр и пастозух. Ну, я, наверное, здесь не побрезгую. Так, погоди-ка секунду. Наверное, возьму велоцираптора против спинозавра. Блин, против спинозавра. Пастозух, но он не справится, скорее всего, со спинозавром. Давай, наверное, возьмем тоже спинозавра. А против пастозуха мы возьмем с тобой аэротитана. О, подожди-ка, да, аэротитана. Попробуем вот такой вот командой сразиться. В принципе, шанс есть на победу. Надеюсь, он сейчас не будет, а он, скорее всего, возьмет пастозуха. Сейчас он возьмет пастозуха, потом мы с тобой тогда возьмем аэротитана. Ты гляди-ка. Ничего он не стал делать. Так, тогда заваливаем. Готов. Так, выходит спинозавр. И вот тут он, наверное, скорее всего, будет меняться. Так и есть, он меняется. Ох ты, 408 к атаке. Не, так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Давай-ка, наверное, вмажем. Ай-яй-яй. Так, ну что, 136. Ему придется слить две атаки. Он сливает две атаки. Один бонус у него остался, да? Это не забываем. Один бонус у него остался. Значит так. Раз, два, три. И дополнительные очки действий. Так, ну неужели он все на спинозавра перекинул, а? Получается так. Итого 5. Ну все, друзья, ему крышка, потому что велоцираптор его сейчас, естественно, добьет. Причем не напрягаясь. Погнали. Все, 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 даже не ори. Вот такой вот маленький динозаврик, велоцираптор, победил такую махину. Ну что же. Так, забираем с тобой ДНК. И продолжаем. Так, велоцираптор мод 2. Против этого мы... Ну давай возьмем... Твою ж налево, что мы возьмем-то? Пастозуха брать, это стрёмно. А что у меня здесь... Капразуха, это вообще не дело. Да ё-моё, мне даже некого взять, прикинь. Возьмем трипиагоптера, велоцираптора. Ну и вот этого тогда велоцираптора возьмем еще. А больше никаких вариантов у меня нет, к сожалению, ребята. Выбирать не приходится, что есть, то есть. 216 к атаке, давай ударим.
кстати, по атаке наш велоцираптор превосходит. Велоцираптор мод 2 меняет. Метрия Ринха взял. Это ты, конечно, хорошо придумал, парень. Бомбим. Да выпендривался. Ну что, велоцираптор? Интересно, получится у него вальнуть или нет? Таким темпом, конечно же, нет, ребят. А вот у нас... Раз-два, плюс бонус. Ой-ой-ой, как же так промахнулся-то? Ёк-макарёк, ребята, вот опять начинаю я хандрить. Он ничего не стал делать. Странно. Но ему крышка в любом случае. Так, а это что у нас за гибрид? Это Супрано Титан. 210 к атаке. 3 ему слить. О, все. Роднуля. Вот это ты, да. Вот это ты оборзевший просто. Сейчас ты будешь от велоцираптора получать звездюлей. Ну, а как еще по-другому назвать? Все, допрыгался. Получил по полной программе. Я, ребята, очень-очень доволен. Но нам нужно еще с тобой один поединок выиграть, чтобы я полностью был доволен. Так, у нас 11, ну почти 11 тысяч ДНК. Такс. Анкилозавр, Метриоринг и велоцираптор. Ну тут, блин, не обойтись без вот этих-то, ребята. А у меня нету денег, прикинь. Ать. Ладно, берем вот так. Твою же налево. И как дальше? Вот так и вот так, что ли? А что ты смеешься? Вот. Как говорится, что есть, то есть. Что дали, тему выигрывай. Ладно, ребята, нам не привыкать вылазить из очень сложных ситуаций. Сейчас, естественно, возьмет Метриорин. Понятное дело. И вот тогда-то мы с тобой возьмем, наверное, Анкилодока, скорее всего, да? Вот так вот. И... бонус. Ну что, ты будешь меняться? Меняется, конечно, меняется, ребята. Кусать не стал. Самое что удивительное, но нам нет смысла атаковать его. Точнее, есть, но только если вот так. Ну что, все под слив? Поехали. Надо же, и ушатываем. Ну, анкилозавром вряд ли он будет драться. Естественно, сейчас поменяется. Нет, он не стал меняться, прикинь. Он не стал меняться, он все слил. Поэтому мы делаем ему 2 атаки. И 2... бонуса берем. Так, сейчас мы посмотрим, на что у нас способен Метриоринг. 200. Как раз ему надо будет все слить. Но он ничего не делает. Тогда попробую слить все я. И побеждаем. Красота. Да. Анкилодок сильный-сильный, тут не поспоришь, ребят. Хоть он и травоядник, но он довольно силен. Он силен против летающих, против травоядных и против амфибий. И кто нам здесь выпадет? Раджозавр собственной персоной. Что у нас еще доступно по событиям? Победить 9 противников. Ну, это... хотя такая награда тут вкусная, ты посмотри. Так, а тут еще и водоплавающий получается, да? Блин. 9 противников. Ну что, берем Артакантуса, Рамалиозавра и... по идее, нужен Плезиозавр. Почему я его до сих пор не скрестил? Вот объясни мне, пожалуйста, на милость, почему?
Плезиозавр. Ну, а что делать? Вот придется брать. Давай попробуем выиграть. Сложно, конечно, будет. 9 противников-то. Аммонит. Слушай, а разве у нас нету аммонита? Студент 7. Так, а смысл? Не надо тогда ничего здесь менять. Просто ударим. По-моему, у меня что-то такое было, аммонит. Или он, наверное, еще выводится у нас, точно. Так, он слил, да, 2 атаки. Хорошо, я, короче, добиваю его. И берем бонус. Так, здесь у нас выходит следующий. Леплевродон. Леплевродон, вот так вот. Ну ты посмотри, что вытворяет, а? Кузнечик. Атака. 1, 2. Защита. Так, ну что, этого тоже врубаем. Кранозавр появляется. Он ничего абсолютно не стал делать. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Посмотрим так. Смотри-ка, а. Взял 2 блока. Угу. Опять ничего не стал делать. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3 блока. Когда ж ты раскулишься-то, а? Вот, пошла. Хорошо бомбанул. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Так, ну что, ушатываем его. Следующий такой же выходит, да? Такой же. Твою налево ничего не делает, а? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ушатываем. Так, остается 5. Следующий идет Ризот. После этого плезавра. Сколько он потратит? Угу. 1, 2. Ризот. Да ёк-макарёк, да чтоб тебя, а? Смотри-ка, что творит, а? Все слил, отлично. Значит, нам будет проще. 1 атаку. Что же там за этот... За Ризот-то, я не помню, а? Насколько он мощный вообще? Сейчас посмотрим. А, 96 к атаке всего лишь. Всего лишь 96 к атаке. Нас просят поменять. Говорят, типа, вот этот хорошо бомбит. Ну, давай посмотрим. 1, 2. 1, 2. 1. Проверочка. Угу. Неудачно. 6. Опа. Он все, да? Все, слил одним словом. Ну что ж, тогда нам нужно 481 хп. Блин, вот как ни крути, видишь. Ну давай. Да что ж ты будешь делать? Я думал, что мы его подобьем. Блин, ну это плохо. Это очень плохо. Он для этого все оставляет. Ага. Ну я пока терплю. Опять он ничего не стал делать, а? Ну ты глянь. 1, 2, 1, 2, 1.
Он достал меня. Семь. Все сливает. Естественно, победи сейчас. Уничтожит, да? Вот они, первые наши потери пошли. Так, давай проверим. Я не помню, вот этот вот против нас силен или нет? Нет, он слаб, наоборот. Он, получается, наоборот, слаб. Так, мой ход. Раз, два, три. Раз, два, три. Да иди ты в пень, ты что ты? Это что, это уже предугадывание, ребят, начинается. Раз, два, раз, два. Я не буду атаковать его. Угу. Шесть. Так, четыре, да? Две атаки он попал по мне. Две атаки у него сохранились. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Но этого будет достаточно для него. Окей. Так, Декозавр. 288 к атаке. Слушай, ну мы его... А мы его сейчас ушатаем, кстати. Раз, два, три. И вот так вот. Да, отлично. Друзья мои, последний динозавр остается. Последний. Это Кранозавр. Наверное, сейчас влупит нам, скорее всего, да? Он не стал ничего делать. Он абсолютно ничего не стал делать. Попробуем сделать обманочку. Ребят, я не хочу здесь проигрывать, поэтому будем сейчас сливать все в очки действий. Есть. Он раскололся, друзья. Он еще и не добил, серьезно, что ли? Все, 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 все. Тут разговор короткий. Вмажем ему по полной программе. Напоминает мне чем-то морского котика по своим вот этим движениям, да? Все, ребята, победа. А значит, и награда должна быть хорошей. Вот только кто нам выпадет, вопрос уже другой. Так, давай смотреть. Блин, кто нам выпадет? Нам еще надо бои проводить. Так, кто у нас? Опять 9 противников победить. Ну вот что будет, если я возьму вот так? Слушай, ну я боюсь, что третье событие я вряд ли уже потяну. Так, победить противника. Поехали. Сразу ушатываем первого, да? Так, уходит Мегалодон. С двумя атаками. Тут, конечно, лучше взять Архилона. И взять бонус. Что он будет вытворять? Ничегошеньки. Раз-два. Раз-раз. Проверочка. Ага, понял. Так, две сливает. Две у него остается. Две у него остается. Значит, мы сделаем с тобой раз-два. Раз-два. Раз. Отлично, хорошо его раскусил. Подумал, сейчас я буду две атаки делать. Не тут-то было. Так, ну что, Мегалодон следующий у нас выходит. Против вот этих только Архилон может стоять. По-божески еще. Угу.
Ну что, попробуем с тобой, наверное, сделать хитростью. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Да ты гляди, что вытворяет, а? Опять пошла вот это вот предугадывание. Ну согласись. Три оставляет он себе, да? Раз, два, три. Раз, два, раз. Ушатываем. Давай следующего. Так, геликоптер. Сейчас все сольет. Нет, не все, но две оставил, да, себе? Раз. Два. Блин, это, по-моему, ее сильнее. Да. Трубодело. Труба дело получается. Хорошо. Раз, два. Раз, два, три. Мы все в блок бьемся, да? Как бы мне его тут подловить-то все-таки, а? Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Так попробуем. Наконец я его поймал. Подловил, так сказать. Тринакромиру. Сколько будет тратить? Четыре. По-моему, нам крышка, ребят. Да, ушатали нас тут, к сожалению. Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Раз, два. Раз, два, раз. Проверка. Угу. Нахлобучиваем. Стиксозавр, 146 к атаке. У меня такая же, ребята, атака, как у этого. Но он ничего не стал делать. И вот это меня уже пугает. Что же сделать-то мне? Давай тогда попробуем так, наверное. Раз, два, три. Раз, вот так вот. Шесть. Только не говори, что ты сейчас все сливать будешь, блин, гаденыш. Так и есть, ты прикинь. Ему просто нечего терять. И вот он, ребята, слил меня. Да уж. Раз, два, три. Давай так сделаем. Трындец, конечно. Это еще мне нужно троих победить. Так, ну что, это вот... Ну, я не знаю, давай попробуем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот. Ушатываем. Так, давай следующего мне. И вот для этого нужно оставить как можно больше очков действий, чтобы его ушатать. Но, по-моему, по нему будет пониженная атака, ребят. По-моему, по нему будет пониженная атака. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, два. Вот так вот сделаем. Ох ты! Ты гляди-ка, а! Кто бы мог подумать-то, а? И он ничего не стал делать. Давай мы тогда будем копить. Угу. Как же тут, блин, неохота сфейлиться, понимаешь, что дело? Раз, два, три.
Раз-два, раз-два. Да ё-моё, ну чуть-чуть бы и добили бы его, а. Но я тоже не могу рисковать. Я просто не помню, по-моему, блин, по нему мы мало бомбим. Раз-два, раз-два, раз-два. О, все в защиту поставил он. Это что-то новенькое. Нет, не все. У него еще, оказывается, было в запасе. Давай посмотрим. Хоть бы он все слил, а, ребята? Ага. Ну, вроде бы нормально. Раз-два. Раз-два-три. Да, ну это что, это уже издевательство получается. Ну все, вот я его и расколол. Раз-два. Раз-два. А сейчас посмотрим, сколько здесь у нас будет. О, друзья мои, блин, фигово. Ох, бомбит-то он как, а. Я рискую. Есть! Я его ушатываю, ребятули. Вот так вот. Офигеть, какой долгий бой был, а. Но нам еще нужен третий поединок. А уже как его одолеть-то? Самое главное, что неким. Нам неким драться. Вот на этом. Но награды здесь действительно будут прикольные. Но до них нужно еще дойти. Мне кажется, ребят, надо ждать. Надо ждать отката. Вот подождем отката, и тогда можно будет добить. 19 часов, как ты видишь, еще в запасе есть, так что успеем. Фух, повоевать там. Так, а я хотел... Да, я хотел кое-что здесь сделать. Так... У меня какого уровня-то, кстати? Давай посмотрим. 10-го. Так, кого же я хотел? Вот этого, по-моему, да, хотел соединить. Ну, разве не тебе? Ладно, давай посмотрим, кто у нас там еще есть. Ты, что ли? Погоди секунду, и не ты? Кранозавр. Нет, ребята, не кранозавр. Я ведь помню, что кто-то у нас должен быть. Вот этот, что ли? Сейчас мы найдем его. Вот он, да? Точно. Вот мы как раз и начнем эволюцию. Он как раз покрепчает, и можно будет его брать с собой на арену, он нам пригодится там. Так, ну что, а мы с тобой давай довыполнять задание. Так, собрать моды. Блин, за еду не хочу. Давай-ка, наверное, мы с тобой уже за деньги пойдем. Потому что еды уже действительно мало. Очень мало. А деньги мы еще с тобой сможем набить. По крайней мере, заработать. Так, что нам выпадает? Несокрушимость. Давай, Дельта. Путевой что-нибудь мне подкинь. И это слабость. Замечательно. Так, ну что, принять ПВП битву, да? В Канайзойскую, к тому же. Сразу два сделай. Раз, два, три. Погнали.
Слушай, а мне же нужно было вот этого вот вывести. Индра... Индра как-то там увеличать-то. Чтобы у нас был он, и мы могли сделать ему с это, совмещение. То есть прокачать до 20 уровня. Так, что у нас здесь? Ну, я думаю, атаку надо сделать этому глиптодону. Заерзал, заерзал. Глиптодон здесь мне ничего не сделает. Вот если он поменяет, а он меняет. О, сумчатый лев. Сумчатый лев — это плохо. Возьму защиту. Что он будет делать? Неужели все сольет? Ай-яй-яй. Ну тогда тебе от мамонта крышка, я надеюсь на это. Или не выйдет? Не должна выйти. Бумс. Элосматерия выходит. Но это-то нам точно ничего не сделает. Ну и что ты там хрюкаешь? Меняет. Меняет на глиптодона. Ну давай, Йода. Че, атаку делает? Как вот этот хмыреныш может нанести урона столько мамонту? Вот объясни мне, пожалуйста. Я не понимаю этого. Раз, два, и вот так вот. Все, гуляй. Ну и что ты теперь сделаешь? Ну давай, сливай все. Ну, почти все, ребят. Ну, в любом случае, ему крышка. В любом случае. Его уже здесь ничего не поможет, ничего не спасет. Давай, родной. Шпарь. Красиво? Крайне, конечно, красиво. Так, ребят, ну что, победили. Победили, и это хорошо. Забираем с тобой награды. И, в принципе, можно, наверное, завершить серию. Потому что делать нам здесь уже нечего. Приз любителя. Немножко монеток дали. Так, тут еще можно глянуть. Крутим и забираем с тобой хавчик. Ну, конечно же. Самое необходимое забираем. Ладно. Забираем здесь награды. Раз, два, 49 уровень. Скоро, совсем, ребята, скоро. Еще серии 200 и насобираем. Так, 35 долларов и еда. Плюс 95 очков доверий. Ну, первая 1000 у нас уже есть, это хорошо. Ну и больше мы, в принципе, сделать пока ничего не можем. Так, а вот если я не ошибаюсь, давай-ка мы зайдем с тобой в Канайзойскую. И если не ошибаюсь, это у нас должна быть саванна, да? Вот. Мы его активируем, и через 2 дня мы сможем его соединить, потому что один такой у нас уже есть 10 уровня, сделаем из них 20 уровня. И у нас, кстати, будет еще один моллюск водоплавающий в скором времени. Ну что, друзья, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.